эти звуки. Да-да-да, у кого-то там шаг подъехал. У кого-то стал кокек. Это у меня с Варшавки. Варшавка. Классно, у тебя там как будто бы на космодроме сидишь. Знаешь, ну на самом деле меня то, что на самом деле нужно, то, что у меня, знаешь, это у дома там зеленая трава. Понимаешь? Угу. Я не понимаю. Ты слишком молод для этой шутки. Сначала не понял, а потом как заорал. Я немножко поняла. Я, конечно, все понимаю, но, говорит, ну вот это я не понимаю, да? Трава у дома? Я сначала ничего не понял, а потом я немножко понял. Не знаю, что вы подумали не так. Я вообще настал на том, что нам нужно обязательно стоять на 10 разучить эту песню, потому что у нас там Funeral Doom про космос, обязательно нужно спеть про космодром и про зеленую траву. Если у вас Funeral Doom про космос, то у вас прогрессия Funeral Doom. У нас был психоделический Funeral Doom. Вот. Психоделический, в смысле, мы использовали 4 дела. В смысле, выходили на сцену угашенные. Не, кстати, между прочим, общее правило было, типа, до сета максимум одно пиво. После сета гаси уже сколько угодно. Так, и сколько ты загасил? Ну, я много гасил, да. Полтора велосипеда, ага. Я вижу, как говорится, я вижу это на дискурсе, Юр. Я не понял, кстати. Психоделический Funeral Doom. На велосипеде, это имеется вот намек на Хоффмана. Это велосипеда. Ладно, с полтора сожрать. Собственно, в тот исторический день Хоффман тоже сначала не понял, а потом немножко... Как сказать, он уехал из лаборатории на велосипеде, а уехал в космос. Вот. И в наше сердце... Уехал... Уехал с работы, прямиком в наше сердце, да. О, Том, это... Найди 10 отличий между нашими рейтингами с тобой. Да? Чем одинаково? 25-08. Да? Прикольно. Да, думец. Конечно, хех. О, да уж. Такое. Конечно. О, что нашлось, да? То есть мы можем одной каткой целых двух человек затащить в золото. Слить, ты хотел сказать. Так, ребят, давайте, короче, давайте обсуждать лучше, кто чем играет. Можем пойти по сейфовому варианту, то есть я пику Райна, а Юра пикает Диву. А я ливаю? Играем. У меня предложение такое. Хорошо, то я пику Райна. Вот, и, соответственно... Это... А что, мне Зена пикать или... Не, слушай, попробуй Бригитту. А, в принципе, как мы видели в Овле, сейчас достаточно легит. Давайте так. Опа. Не, ну, кстати, легит. Господи, зачем я сюда зашел поесть говна? Ты... В хорошем вопросе уже содержится ответ. Вот это вот хороший вопрос. Значит так. Когда... Кем я хочу работать, тракторист? Значит так. Пикачу! Раз зашел в кафе похавать, выпить ебаного кофе. Подъедешь? Юр, короче говоря, слушай, нет. У тебя, как у Дивы, тут будет задача основная. Если снайпер контрит, и пару контрит. На рыбалку еду. Да, то есть для тебя въебало, мешай просто жить и так далее. Особенно, если там фармерся. То есть... А если там бастион? А если там бастион? Я уже от расстояния... Поправили? Ну, в смысле, то, что обещали. Уже 50% минимальный дамаг или все еще 30%? Чё? От расстояния. Нет, нет, поправили же, по-моему, нет? По-моему, нет. Нет еще. Если... Окей, считаю, что там есть? Есть у нас снайпер? Если четко чувствуем, что Бригит не работает, нет. Вот давайте мне Дзена, нет, слушай, берите ДПС. В золоте научились защищать хайграунд? А, не, не научились. Осторожно. Райан, дискорд. Вижу. На той игроке пакетом. В одном. Держу счет. Юра. Давай, иди меня. Ой, слушай, Терек, ты смелый. Я очень неудачно отдался. Да, это правда. Дед очень каленый, дед каленый. А тебя хилю. Дед каленый, давайте. Не ухиляют. Багетов нас. Вы без танков и без Бригитта. Да, все, отступай. Перекат, блин. Это отступаем. Я почти готов шатер тем временем.
Ребята, дожидаемся те... 50 стопайте, дожидаемся телека, пушим снова. У меня почти есть транс. Это хорошая новость. Сталк, если... А, это не сталк. Это Юра. Мне... Да, спасибо. Окей, почти готов шефер. Блин, осторожно, там... Над нами, над нами. Ребята. Багет. Держи багет. Пусть... Минус, поехали, поехали. Лучше тили, скорее всего. Над нами, вся, резает багет. Да как? Гравитон. Ничего, хороший заход, давайте повторим. Очень крайне маку. Дом ты один. Дом ты один. Я знаю, знаю, знаю. Ну не то чтобы совсем один, конечно. Мы морально с тобой. А, заняли все у нас. Извините, я просто не мог отступить оттуда. Мерси убрал. Давайте, стараемся, давайте. Сейчас меня уберут, правда. Вы там скирмишки немного, но в смысле не сильно подруйте. Шатер у него есть. Окей? Только что мерси убрали, зря. Есть, есть Аллах. Господи. Ряд. Ой-ой-ой. Чалька. Нет, мне тоже хилок на самом деле. Багет мой. Я похилил. Багет. Багета, осторожно, ребята. Дай, спасибо, Юр. Чё, дрочим, поехали. Ребята, сейчас будет шатер. Нет. Я его постанил, так что шатер, наверное, слеву. Держи, держи. Блять, как? Иду, иду, иду. Иду, черепка. Ага. Ой-ой-ой-ой. Да как? Меня сейчас убьют? Эй, нет. Сосил. Сосил за хил. Меня убили. Ну, а мототип бы. Да. Ну как тут отойти-то на зенец? Пацаны, пожалуйста, фокус тимберсы нарезает просто из нинджа позиции МСЭДа. Сейчас мы из-за это постанили. Возможно, там еще один шайтер готов. Там сейчас игры гравитон, наверное, будет еще один. Окей, okay, ребят, ряд. Короче, давайте зайдем слева. Сверху. Давайте, 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 давайте. Хил от меня. Спасибо. А, иду, 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 иду к вам. Я почти. А, хорошо, хорошо. Да блин, сколько можно? Ну вот. Фига. Назад, 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 назад. 50 секунд, умрите быстро. Окей. Какой-то. Не... Ну, хочешь, я дзену возьму, то по ДПСочной, нет, нет, не думаю. Нет, 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 никаких. Нет. Не думаю, что чему-то поможет. Он такой, где? А, чё, зачем? Бригита там, да. Бригита. Ребята, я захожу в Бригиту. Там, там мерз еще. Сейчас будешь хотя осторожно. Нет, Бригита. Съедем. Хилов мне, пожалуйста. Пожалуйста, меня тоже сейчас. Одева, одева, одева. Над мерзом, над нами. Сзади. Да, добивайте, добивайте. Найс, рез. Мерз сейчас будет рез. Давайте, зарю, пожалуйста, добейте. Знаешь ты, блин, что? Мерз в вальке, это неприятно. Рез. Дива убил. Зарю убили. Все, дом, тачка, 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 тачка. Всё. Давайте поедем. Там шатер у деда будет. Он не достаточно агрессивный, он не очень сильно его качает, но... Беги тоже. Окей, стоит. Ребята, я толкаю за тачкой. Они слева сверху, справа сверху. Я толкаю за тачкой. Не-не-не, попал. Окей, нормально, спасибо. Беги ты в одном. Давайте, едем. Давайте. Ты поиграешь, беги. Блин! Там же броня к тебе полетела. Ой, проебал, извините. Ой, сзади. Ранки те. Ой, бля, точка, 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 точка. Точка, точка, точка. Багета. Не уходите с точки. Ресы. Главное, стойте на этой самой. Деда реснули. Панза сзади. Встань, пите, ага. Мы все поумирали, думаю, один добил остался. Багетом? Ну. Да. Три золота. Я долго держал золото за дамаг. Куда-то, да, оно. Появляется, то ползает. Окей, не, мы просто их не пустим сейчас. Ха-ха-ха. Можем бастика. Хорошо. Тогда нам обязательно нужен зен. Эй, ты чё будешь? Если будет фара, то нам обязательно нужен Юра на диве.
Давайте рискнем. Да. Всем следжет. А, там Бригитта, скорее всего, будет, ребят. Пофиг. Ксел. Можешь Райна взять, я могу взять Бригитту. И тогда, если кто, если Сталк возьмет еще, допустим, Зенов. Потому что Юра на диве. Нет, что-то мы сейчас попробуем, мне не понравилось. Игру, да, мне тоже абсолютно не понравилось, вот это вот дерьмо все. Хорошо. То есть, как бы, такой композиции нужно очень плотно фокусить, иначе пиков нет. Хорошо. Ну, вы же умеете за джанка фокус. Там сейчас будет какая-нибудь фара, и он будет очень быстро убить. Там будет бастик. Если там будет фара, то есть там будет фара, я скорее всего иду каскадить с этого. Смотрите, если там будет бастик, то наш тактос не спускается с ХГ прям вот до последнего. Да, да, слушай, ребят, имейте в виду, что вот где-то вот отсюда можно контестить. Вот видите, где я стою, да? Вот здесь можно контестить тачку. Mm-hmm. На него проезжает. По-моему, это не починили. Ну, совсем, это не сломано, на самом деле. И поэтому это не починили. Ну. Не изменили, скажем так. Окей, мы стараемся получить один пик, после чего крашим их тачку. Окей? Они на тачке сейчас. Да, все правильно, пусть едут. Она поэтому едет? Да. После моей бомбы. Что они хотят сделать? Бастик пушит. Да, бастик, конечно. Щита нет. Ходим. Будем торговать, он просто исчезает. Пожалуйста. Короче, смотри, они подъезжают, и мы джампаем бастиона, окей? Слева сзади. Бастика нет, поехали, все, джампаем. Кто сзади? Дай. Ну, а как все сдохли в этом месте? Потому что Дива зашла на бэкстену. Как сдохли все? Это было быстро. Контесте. Ну я не отконтещу, наверное, сейчас. Да, у меня без душа. Ну, типа я вот. Я контесте на телегу, но я в тут Думфист. Совершенно охуевший. Ну, он меня Думфист разнес. Так что размял голдовым стаком, ребят. Голдовым серебряным. Никогда ничего нормального не делаем с бастионом. Вот вообще никогда. Да, согласен. Потому что мы проторговали себе весь щит, непонятно зачем, надо было сразу отойти за плакат и дальше пушить. Давайте дальше. Не знаю, Райна в бастиона брать. Райна отличен от бастиона, самый лучший танк бастиона. Чувак, смотри, тебе нужно было не торговать щитом, нам нужно было всем отойти с дисциплинированной защиты. Как только он подходит, мы резко все вместе убегаем и падаем на тачку, просто разносим этого бастиона в хлам. Да, именно так. Щит я вообще не поднимаю или чё? Ты просто отходишь и экономишь щит. А зачем он? Как бы... А зачем Райн без щита? Ну, зачем Райн... Вот действительно, зачем Райн без щита? Зачем торговать оттуда? Ты все равно не победишь Long Range War с бастионом. Он тебе будет нужен, когда вы будете спрыгивать на тачку. Ага. Ну, можем попробовать в следующий раз. Помнишь, я же тебе говорил, не торгуй щитом, да, причем зря. Экономи щита. О, или вас. Окей. Тут я знаю, что я буду делать. О, бери Арису. Да. Сейчас Терик возьмет фару, наверное. Или Бригитту. Что-нибудь пихается. Тут, в общем, это, мы не рофлим. Можно не пихаться и делать что-то полезное. Нельзя. Не, слушай, мне кажется, что... Килла маловато, да? Вообще, Ариса с Хогом это legit. Не, Ариса с Хогом это хорошо, но все остальное пик для того, чтобы пихаться, у тебя не будет столько возможности пихаться. Не, а Терик просто хорошо играет на пихателях тоже. На пихателях. Ведь пихарь. Короче, смотрите. Такое ощущение, что я сейчас двух жирных танков и фарм не смогу одновременно. Да, мне тоже кажется, что в общем... Я подвейплюсь. Следующее, Адешка, я в принципе, когда играю на колодце, я не сильно пушу. Просто ты не пушишь, а вот остальные. Я не жукалась, поэтому, Адышка, я к тому, что я твой escape option. Я твоя мама. Я теперь твоя мама. Знаешь, о чем я говорю, да? То есть я стою в бэклайне, и если что, то можешь на меня улетать. Стануться за щиток, так сказать. И так же говорю всем остальным, это потому что
как бы не рассчитывайте сильно на мой щит, если мы сильно даем вперед. Моя задача это устраивать. Рефара. А, окей. Сейчас и будет джанг. Раз, два, три, есть щит. Блять. Из этого деда не смог дилу скинуть. Да, багет, багет, фокус, багет. Тут где-то меня толкается. Тут джанг толкается. Пару багет снова не застреливает. Разобрал диву, на всякий случай багета осталось. Джанг сзади. Видите где? Берите, пожалуйста, его. Воу. У меня тут слева багета. Слева? Да-да-да, слева. У нас слева. Дай багета, нет? Я говорю ж, багета. Слушай, я тебе помогаю. Вот, найс. Рез какие-то. Мерч в одном. Лёва холёная. Я, к сожалению, тоже в одном. Ты далеко очень. Я упал. Давайте дело забьём. Где? Спасибо. Очень клёно идёт. Чё, есть. Тебя? Сейчас бучит. О, дива, дива, дива. Дива, да, дива. Хорошо, хорошо. Давайте. А также фара. А также линия. Я въебал ульту никуда. Я немного... Нормально, нормально, без фары. Нормас, хорошо. Хорошо сделано. Справа всё ещё дива. Дива справа. Без ракет. Да. Ой. Блин. Я без мехи. Багета заебала, честное слово. А, в Аллахе там, эта мразь. Да я постреляю мне, допустим. Сейчас кликан каркас лум. Ну, будем считать стагером. То, что у него щит, это не значит, что не надо гасить. Это будет херово, потому что сейчас нашу фару будут убивать, а их нет. Кажется, это голая дива. Кажется, слева халявный Райан. Не совсем халявный, там солдат. О, Нора, хорошо. Да. Фара в хите. Дед там остался, кстати. Ой-ой, там не только дед, там все. Да, они там все. Где все, да? Лево, да. Пусть заходит, пусть заходит, пусть заходит. Конечно, пусть заходит. Ой-ой-ой, я нажал. Юр, выживешь? Ну, не знаю. Осторожно, возможно шатер. Раны ранен. Бомба есть. Тут Мойра. Действительно. Заходит, заходит, сейчас будет. Мойра вообще в хите, убит. Ой. Райан в одном. Я же горю, шатер. Я не мог. Да. Пара на мейне. Пораном, наверное. Будет так. Мерси, мерси, давай. Пытаюсь, но... Мне кажется, надо это... Регрупп? Регрупп, да. А, мне остался на рисе, я не знаю, что... Давай, давай, давай. Я сейчас постыгерюсь, кажется. Да, нормально, все было. Здесь дело в том, что... А да, я постыгерюсь. Сложно сходить реально в такую точку. Так, ждем, ждем, ждем. Да-да-да. Чем? Кем? Пора спамит мейн. Пусть спамит. Рядом. Окей, окей. А, у них дива все еще без костюма сейчас. Идем слева, ребята, идем слева. Вы за мной? Юра, нет, я да. Ну, я типа... Типа слева. Окей, окей. Не, ну, найс. Вот рядом? Пара есть зато у них. Держ... Я гашу щит. Очень кажется, хорошо. Очень плохо. Джанси, джанси. Меня. Да как какой-то фартук выживает. Ну нормально, все хорошо, ребят. Отступайте, 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 не тяните, не тяните. Как вы не взяли-то? Ну потому что там, меня джойс. Я умею стрелять по фаре, но я стрелял по версии после этого. Ну, возьми и стрелять по фаре, нормально. Я не хочу. Ребята, короче, ждем, кто у нас там? Ух! Юра у нас. Рэбл! Заходим слева, ребят, заходим слева, у меня почти готовая бучка. Они нас ждут там. Ждут? Центр, за центр. Ротируем на центр. Готово? Я за тобой, остальные не знаю. Очень мало. Ну, ребят, кстати, мой или я убиваю? Да, бля. И снова. Блин, чуть особенно, а? Фара над нами. Бог ты щит. Сзади Райан, калёный. Я все убивайте, пожалуйста. Как вам такое? О, хорошо. Отлично. Вообще было. Мерсем в одном. Вот так есть. Возможно, play of the game. Возможно, тим килл. Ух ты, скинул. Четверых? Двоих.
в итоге, но там не помогли еще. А на вкус как кальмар. Не пустил солдата. Нормас. Окей. Я не очень хочу переключаться в хитскан, потому что я там меньше дамага буду делать. Значительно. Не, мы в принципе контролировали. Значит так, давайте мы чем? Райн, наверное? Да, Райн тут довольно хорошо. Ну или можно дайв, конечно. Ну, слушай, у них свой Райн был, так что. Да. Но, кстати говоря, дайв не очень-то шатере ложится. Да тебе не нравится свиная голова. Ну, слушай, давай я возьму свой комфорт пик. Да, давай. Окей. Да, давим. Я все тут. У меня язык торчит. Короче, ну, ребят, хорошо. Давайте идем все вместе, не сильно. Давайте. Расходимся. Ой. Вот. Ай, Лёха, может, в том, что нам нужно. Думаю, просто... с тобой пошел только я. Да? Какого нет, хера? Еще Юра. А, ладно, иду к стороне. Они, видите, обходят справа. Вот, видите, где я. Лево, да. Вот. Райан заходит. Я иду на точку. Сзади макака! Макака? Чаржа. Макаку, ребят, забирайте макаку. А вот у рипера можно забрать. Все, нормально, сыграл рипера. А макака мерчи ебет. Ага. Все, пусть. Точка, алло. Да идем, да все. Все хорошо. Мерся убрана. Солдат за точкой. Дед, почему живой? Да, солдат, понятно. Все, это был нормальный расклад. Да, мы очень. Хорошо, что рипера поймали. Конечно. Вообще, значит... Слушай, ну ты видишь, что его хукнул, я просто пока он к тебе ехал, да. Я ему фэрстрайк еще всё. А дома хукнул. Так сказать. И очень хорошо, что макак не успел саппорт разобрать, хотя имел все шансы. Да. Окей, 80%. Я думал в точке. Они заходят по этому. Окей, бусет. Это было не очень понятно сейчас. 97. Ой. Поехали. Тут барабаном стала моя жопа. Макака сзади. Дайте. Блин, что-то нас перемахали. Нет нашей Бригитты. Дымоход выброшен был прекрасно. Это их бы дымоход был. Эх, обидно, я им так попу очень хороший подсунул. Это вроде въебал он дымоход. Хорошо. Зачем мы там вообще дрались в этом? Потом, ну не шатер хорошо ли? Там шатер вроде был. А, то есть мы еще и шатер поебали. Мы слева. Ну ничего, нормально, все хорошо. Я за щитом побуду. Солдат ракет. Окей, да. Поехали. Райан, вижу. Он у него шатер. Он будет пытаться шатернуть. Макри, слева. Видите, слева, да, заходим макруга. Добил. Как? Осторожно. Хорошо. Дерп. Посади шатера. А, Борь, вот тут. По одному. Слева мерся. Мерся в хите. Мерся убита. Я прокол не могу. Но тут ничего страшного. Главное, что мерси нет. Райан, умри ты, блять. А, это не Райан, это макак. Хорошо, макака нафидил. Нормально. Кто тут? Всё. Никого? У меня еще одна бомба есть. Это хорошо. Смотрите, если они пойдут через чувак, у меня есть бомба. У меня еще фэрстрайк есть. Не кинуть. У меня почти шатер готов смог. А, короче, давай пытаемся бомбу разобрать, не получается. Через то шатер. Они идут, они по-моему. Держа. Я сейчас слышу. Деня. Заходит. Известно. Не заходит. За мишки, да? Разменились. На бомбу я. Дайте, добро. Дайте, Райана, сгасим. Райана на точке заходит. Найс. Найс. У него шатер будет для следующего. Мерся его рез пошла. Нет. Охуенно. Байер в одном. И солдат в одном. Ага. Найс. Отступаем. Ой. А, ребят. На ХГ? Не, он отошел. Шатер будет для следующего пуша, не стойте прямо, так сказать, нигде. Совсем за вам щитом. Я постараюсь его, конечно, поймать, но... Как понять, постагерил. Отступай, все, отступай. Конечно. Они заходят сюда, да? Они его решат, шатер, я думаю. Ребята, осторожно, шатер. Да, резко. Блин. Да, ставь щит. А, ну, вот он, вот так. Почти он убил. Убил. Хайну. Держу щит. Макак из-за. Ну чё, мерси убили, молодцы. Нормально, все. Да. Можно даже поиндорсить кого-нибудь, наверное. Кто не хорошо играл? Никто. Они что, все ушли? Ну давай я его заиндорсу. Да он хорошо, он хороший. Он хороший шатер положил. Точнее шатер, а мы... Вот, сфокусировались.
Ну а баба где забивать просто? Весело, блин. Чёрт, рысу фэрстрайком ёбнуть. Да-да-да, это был красивый, я чё-то совсем брейнфартнул, поймал фэрстрайк. Последний момент заметил. Брейнфарктнул. О, я приподнялся, плюс 3. А чё, выливаете, да? Мы не смотрим. Кстати, мы всё посмотрели. Угу. Рейтинг не посмотрели. Топ, карьер профайл открой. Я не помню, сколько было. Был, по-моему, на один меньше. Ты выйдешь когда сегодня? А, ну да. Тебе репорт придёт. Сами можем. Тебе напишут, чувак, у тебя приподнялся, короче. Уровень репорта приподнялся. Милорд. Ну слушай, мне. Ваш мир пожрал долгоносик. Я пока минус 4 сыграл. Ваш мир пожрал. Минус 5. А я в плюс 3. Сразу видно, кто перформил. Перформил-то я. Я скажу, во сколько я то. У меня просто самый высокий рейд был. А я в плюс 3 сыграла, вот. Вау. Вот. Все, вы поняли, да, вот? Вы понимаете, каким персонажем нужно играть? Что-то Лондон 3-0. Да, Лондон 3-0. Лондон, goodbye. У меня там на записи есть, как Сталк говорит таким поучительным голосом.